Сегодня на Бендерском пляже возле крепости проверили дно реки перед установкой крещенской купели. Дно чистое. Купель начнут устанавливать завтра, а первых посетителей ждут вечером 18 января. Водолаз входит в воду потихоньку. Температура воды около 5 градусов. Костюм хоть и не пропускает воду, но холод все равно чувствуется. Сейчас водолаз исследует участок дна реки в месте, где завтра установят купель у Бендерской крепости. На водолазе баллон и костюм. Весит все это полтинник. Так примерно час водолаз исследует дно. Самые необычные находки на дне – документы телефонной плавки. Коряги – обычная дело. И вот вердикт сегодняшней инспекции. Видимость хорошая, 1,5 метра. Дно чистое, ровное. Посторонних приметов камней, палок, коряг не обнаружено. Вода немного мутновата. Днестр то поднимается, то опускается, баламутит песок. Уже с вечера четверга спасатели начнут дежурить возле купели и до самого утра субботы. Наплыв людей ждут в пятницу, вечером после работы. Береговую линию тоже будут обходить, чтобы не было желающих окунуться в воду в непроверенном и необорудованном месте. Вот так выглядит купель, которую еще не опустили в воду. Можно заметить, что сейчас ее как раз подготавливают, красят, готовят поплавки, которые будут удерживать купель на воде. Лестницы нет, забираться было трудно, но уже завтра ее подсоединят к купели. Вот в этом направлении купель понесут в Днестр. Тут уже расчистили проход к реке от снега, подготовили место для раздевалок. А еще тут расстелят большой ковер, чтобы горожанам было удобно добраться до своих палаток. Палатки, кстати, отапливаемые. На крещении, по прогнозам, обещают плюс 7. Но если вдруг вы замерзнете, согреться можно будет бесплатным горячим чаем. Владлена Донковцева, Михаил Белый, ТСВ.